Ставшая уже традиционной для Сочи акция «Цветы для автоледи» превратилась в цветочный патруль. В этом году сотрудники УВД поздравили не только девушек-водителей, но и пешеходов. Во всех районах города полицейские организовали посты. Пока на пешеходных зонах правоохранители встречали прекрасных дам улыбками и цветами, на дорогах работали инспекторы ДПС. Задача – остановить машину, за рулем которой находится женщина, и пригласить ее в патрульный автомобиль. Но волноваться автоледи не стоило. Инспектор вручал цветы, поздравлял с наступающим праздником и напоминал о необходимости соблюдения правил дорожного движения. На память у всех дам останутся фотографии с правоохранителями. Также в Сочи присоединились ко всероссийской акции 8 марта в каждый дом. Полицейские при поддержке общественников навестили матерей своих коллег. От лица руководителя сочинской полиции им вручили цветы и благодарственные письма. В каждом признательность за воспитание из сына настоящего офицера полиции. Все без исключения мамы были приятно удивлены и растроганы. Еще.